Всем привет! С вами Иван, и вы на канале Вездеходы Гала. Сегодня у нас очередное плавание на вездеходе Гала Бэйби. Это, скорее всего, не будет полноценное плавание. Наша задача — загрузить винт, дать ему нагрузку, посмотреть его работу. Нашли буквально одну лужицу, где мы должны, в принципе, потопить этот винт в воду. Сейчас поедем, все увидите. В остальном у нас, в принципе, еще лед стоит, еще весна к нам не добралась. По вездеходу из самого интересного — это здесь у нас поменяли шины. Заказчик попросил попробовать более увеличенный размер. Это авторост 1130 на 550. Фактически размер на наших дисках 1100. Сразу скажу, что эти шины не совсем подходят для Гала Бэйби. Мы увеличили в итоге ширину. Гала Бэйби стал не совсем маленьким. Надо будет понимать заказчику, что полуоси на грани. И надо будет ездить с аккуратностью, с натяг, без лишних рывков. Но это уже покажут тесты. По изменениям больше ничего в этом вездеходе нет. Все как прежнее. Кузов лодка, независимая подвеска, Toyota двигатель установлен, раздатка. Немножко только поменяли подкапотное пространство. Сразу проговорю, что здесь мы закрыли все узлы, которые были у нас в багажнике. Теперь сюда смело можно засовывать спальники, ну, любое все, что вы решили взять с собой. И уже ничего, тут фанерка, все узлы закрыты. И также переместили сюда аккумулятор. Наши владельцы предыдущих вездеходов знают, что аккумулятор у нас был под сиденьем, не всегда был удобный доступ к нему, надо было снимать сидушку. Сейчас к нему доступ легкий, фанерку снимаем, аккумулятор здесь на зиму, либо на подзарядку, в принципе, можно его легко вытащить. В принципе, это видно, что весна-то уже близка, на поля-то уже открылись. Но вот я вчера специально ездил на воду, посмотрел, речка, везде лед стоит. Буквально одну лужу нашел. Там вот мы сейчас речку переедем, там за мостом там лужа, не знаю, везде снег лежит, везде лед, а эта лужа открыта. Единственное, что по глубине, скорее всего, мы на плаву не будем находиться. Но как бы задача даже не показать, как мы плывем, я говорю, а это мы больше тестить винт едем. Поэтому нам главное, чтобы он под воду ушел, и мы его нагрузили, и послушали его работу. Поэтому все должно получиться. Ну все, подъехали. Вот наша лужа единственная, растаявшая. В общем, сейчас спускаем винт сразу и будем с винтом по этой луже кататься, искать яму, чтобы погрузить винт полностью в воду. Как погрузим его в воду, нагрузим его, плавать, понятно, никак уже не получится, но работу винта мы проверим. Все, винт в боевой готовности, будем искать яму.
протестили, немножко поднастроим сейчас в гараже, а в целом, ну, в кадре видно, нагрузку даем, винт работает, толкает вездеход, ну, пытается толкнуть, понятно, стромный с места на земле он его не может, ну, когда колеса на дне стоят. А так, да, небольшая настройка и все, можно отдавать. Приятно первый раз на воде находиться, сразу настрой такой весенний. Скоро охота начнется, всем любителям охоты отдельный привет я передам. Уточка к нам скоро прилетит. Очень классно, скоро солнышко выйдет, будет тепло. Прям побывал, покатался здесь и прям, можно сказать, проснулась душа зимней спячки. Вот так вот проходят испытания вездеходов, всегда что-то новенькое, какие-то тесты, покатушки. И сейчас везем обратно в мастерскую, окончательная доводка, помоем вездеход и отправляем счастливому заказчику. Все, поехали.